В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 14 августа люди празднуют начало Успенского поста. Об этом немного позже, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 18, плюс 24. В Ефремове плюс 22, плюс 27. В Белеве плюс 20, плюс 24. В Новомосковске плюс 21, плюс 24. По прогнозам на 14 августа температура в Туле будет колебаться от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, возможен дождь. Влажность воздуха составит 70-90%. Ветер западный до 4 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. Медовый или первый спас еще часто называли мокрым, поскольку по обычаю светили воду в реках и озерах. На сегодня у меня вся информация. Хорошего вам настроения. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся с вами завтра в это же время.